Зи Грейн? Давно не виделись, Эльза. Расслабься. Это эфирное тело. Настоящее сейчас находится в Эре. Дедули за той дверью тоже все эфирные. Зачем им самим приходить по таким пустякам? Ясно. Со мной все будет хорошо. Все нормально. Эльза! Ты же сказал, Жерар. Мне совсем не страшно. Эльза, теперь можно не бежать. Истинная свобода прямо здесь. Эльза, давай вместе завершим систему Б. Нет, райскую твердыню. И тогда мы сможем воскресить Зерефа. Не говори глупостей. Мы покинем остров. Эльза, в нашем мире нет места свободе. Даже не виделись, Эльза. Жерар, принеси себя в жертву во имя моей мечты, Эльза Алая. Смотри-ка, игра уже закончена, да? Играть чужими жизнями так весело? Весело? Ведь жизнь и смерть — первоисточник всего сущего и всех наших чувств. Но можно и сказать наоборот, нет ничего скучнее и напрасней жизни. Еще 7 минут, и Эферион рухнет сюда. Давай насладимся этими минутками, Эльза. Я больше ничего не боюсь. Мое тело одержимо призраком Зерефа. Оно меня не слушается. Я лишь кукла, которая предназначена для воскрешения Зерефа. Одержимо? Я не смог себя спасти. Ни друзья, ни кто-либо другой не спасет меня. Я знал, что мне не удастся завершить систему Б. Но призрак Зерефа не остановил меня. Зря ты так. Ты ведь тоже был жертвой Зерефа. Это моя кара за то, что я уступил собственной слабости. Мое сердце не смогло преодолеть пропасть между реальностью и сном. Но разве друзья не могли дополнить твои слабости и недостатки? Эльза, я тоже приму кару за то, что не спасла тебя. Я... Наконец! Наконец-то час пробил! Ты обманул меня? Это было очень мило, Эльза. Жерар не успел воспользоваться своей силой. Он был в опасности, и ему пришлось пойти на обман. Зи Грейн, как ты здесь оказался? Вспомни нашу первую встречу, Эльза. Мы один человек. И всегда им были. Успела насладиться мимолетной свободой, Эльза? Все было сделано, чтобы воскресить Зерефа. Мерзавец! Скольких же ты обманул за всю свою жизнь? Куда подевалась вся твоя сила? Ты потратила слишком много сил в битве с Дубоносом?